Так, всем привет, друзья! Сегодня у нас обзор телефончика Sony SP Xperia SP. Вот такая вот коробочка у нас пришла. Вот такая вот цены, там все дела. Так, куча всякой фигни, HDR, камера. Насколько у нас тут камера? 8 мегапикселей, двухъядерный процессор, 1,7 ГГц. Так, HD дисплей, 4,6 дюйма. Экран, Wi-Fi, ничего как положено. Так, открывается у нас коробочка вот здесь вот. Вот так вот. Тут у нас лежит сам телефон. Тут кабель, ну все стандартно. Кабель, зарядка, мануал. Наушников, походу, нету. Да, наушников нету. Без наушников. Страшно, сейчас мы посмотрим сам телефончик. Телефончик выглядит шикарно. Вот эта полосочка синяя, она, кстати, прозрачная. Видите. Прикольно выглядит. Хороший телефончик. Так, сейчас мы его включим. Посмотрим, что у нас там. Так, камера не хочет фокусироваться. Ну. Угу. Вот так вот. Так. Что тут у нас? Так, тут отдельная кнопка под камеру. Болтик. Кнопка включения. Кнопка регулировки громкости, мини-джек сверху находится. Так, USB сбоку. Так, телефон уже включился. Русский язык у нас уже здесь стоит. Куча всяких приложений, даже Evernote есть, Recorder, Studio. Навигация, офис Suite уже стоит. Ну, работает нормально. Что сказать, интерфейс не тормозит. Все шустренько работает. Что он экранчик такой яркий, насыщенный, хороший, четкий, работает все нормально. Вот такая вот у нас телефона пришла. Все, всем спасибо, пока.